بسم الله الرحمن الرحيم. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: если в каком-нибудь народе, если они будут обвешивать или обмеривать, то Аллах будет наказывать этот народ годами, кризисами будет наказывать Аллах этот народ. И направить на них сурового притеснителя, хакима. Имеется в виду, их правитель, он будет притеснять, будет делать зульму. Из-за чего? Из-за одного греха, который они совершают. Это обвешивание или же обмеривание. Когда человек продает что-то, если он обманывает на весах, или же он когда мерит что-то и продает, если он там тоже обманывает, из-за вот этих грехов, вот этого греха Аллах не спасает на них вот эти беды. Первое, это кризис. Мы многие жалуемся, кризис, у нас ничего нету. Это кризис тоже из-за наших грехов, из-за того, что мы не следуем, мы обманываем друг друга. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, знаем же, в хадисе говорит: «Ман гашшана фаху алейса минна». Тот, кто обманывает нас, имеется в виду мусульман, тот не из нас. Не из мусульман, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И это тоже, когда был однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, он вышел на базар, он увидел хлеб, хотел купить этот хлеб, он поднял ее, она снизу была сырая, мокрая была. И он говорит этому продавцу: почему она снизу мокрая? Он говорит: дождь пошел, и она стала мокрой. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, ему говорит: почему же ты мокрую сторону вверх не ставишь, а наоборот ее ставишь? И тогда сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям: «Ман гашшана фаху алейса минна». И посмотрите, что творится у нас на базарах, как друг друга обманывают люди, в наглую обманывают. Это же не чужие люди, это тоже наши братья, сестры, это мусульмане себя называют. Пусть Аллах им тоже даст тавфик.